spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлена рыболовная сумка, выпускаемая под отечественным брендом Aquatic. Модель называется SK12 и подходит как для хранения приманок в домашних условиях, так и в качестве аксессуара для ходовых рыбалок. И что очень важно, она уже укомплектована 5 пластиковыми коробками Fisher Box. Вес составляет около 2 кг. Давайте поближе ее рассмотрим. Сумка имеет следующие габариты. Длина 27 см, высота 21,5 см и ширина 24 см. Изготавливается из современного нейлона. Данная ткань достаточно прочная, износостойкая, а главное, обладает непромокаемыми свойствами. Мягкий наполнитель в стенках поможет защитить содержимое от случайных ударов. А благодаря прорезиненной нижней части, аксессуар можно поставить на землю или положить на дно лодки. Для переноски предусмотрен плечевой ремень из прочной стропы шириной почти 4 см. Он не съемный, но регулируемый по длине. По бокам симметрично расположились двойные сетчатые карманы с резинкой. В большие отделения помещаются перчатки, маленькая бутылка с напитком или бобины с леской. В маленькие уберутся карцанги или зимние. Главное, чтобы они не порвали мелкую ячею. На верхней крышке мы видим резиновую тяжку с пластиковым кнопочным стопором. Под ней зафиксируется полотенце, свернутая ветровка или дождевик. В кармане на клапане поместятся различные небольшие пачки с крючками, фурнитуры и прочие рыбацкие мелочи. Расстегиваем двухзамковую молнию и открываем основное отделение. Здесь еще одно место под различную мелочевку. Но самое главное, это 5 полупрозрачных коробок Fisher Box 250. Их размеры равны 25,5 на 19 и на 4 см. Закрываются на пару простых защелок. Внутреннее пространство разбито на 4 равных отделения. Однако, используя съемные перегородки, мы можем по необходимости сделать множество более коротких ячеек. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.